Жилищно-коммунальное хозяйство – тема сложная, проблемная в России в целом и в Подмосковье в частности. Чтобы дом, двор, город радовали глаз, нужна большая работа. Ассоциация Совета многоквартирных домов призвана выстраивать грамотные отношения собственников с властями и управляющими компаниями. В состав ассоциации Московской области мы вступили 13 ноября. У нас был форум ассоциации во Дворце спорта. И вот спустя 3 месяца, значит, я как инициатор предложила всем собраться, членам ассоциации, и создать свое отделение, отделение именно Ленинского района. Ассоциация создана для оказания помощи и сопровождения как уже существующим советам многоквартирных домов, так и тем, кто хочет создать в своем доме данный вид общественного контроля. Это и защита прав и законных интересов собственников, оказание помощи в решении проблемных вопросов в сфере ЖКХ, контроль за деятельностью управляющих компаний. Преимущество этой организации – непосредственный контакт с жителями. Телефон руководителя районного отделения Людмилы Лернер находится в общедоступности. Зачастую жители не знают, за что они платят. Да, цифры есть, а что туда входит. Многие услуги либо не предоставляются, либо предоставляются недостаточного качества. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Сейчас в районном отделении организации 60 человек. Но вступить в ассоциацию могут все заинтересованные жители муниципалитета. Создание ассоциации – очень важное дело, и я надеюсь, что у нас сообща получится решать глобальные проблемы, так как вопросы фактически у председателей советов домов одинаковые. Выработаем концепцию, выработаем план действий и, соответственно, будем решать эти вопросы. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Владимир Бижонов. Видное ТВ.